У вас есть дача? У меня есть. Да. Ну, у меня есть. У меня тоже есть. Но у меня не дача, у меня есть и квартира, и дом. Мы едем к бабушке, я очень рада ее видеть. Чем обычно взрослые занимаются на даче? У меня папа строит дом, снимается рассады, пахает на грядке, собирает разные овощи, выращивает их. Мы садили картошку, морковку, яблоки, горох, цветы мы посадили. У нас курицы много их. Мы там еще пшеницу выращиваем, хлеб печем. Почему люди выращивают овощи и фрукты, если их можно купить в магазине? Ну, а где вы на даче магазин найдете? Для удовольствия. Когда ты в магазине, там, может быть, какие-то добавки неполезные. А вот когда мы на даче, то мы растим все самое лучшее. А до огорода ты ничего не добавляешь, вырос и... Все свежее. Просто готовить и не ходить в магазин. Чем полезным можно заняться на даче? Добавить удобрения, кто-нибудь в эту землю посадить, поиграть. Ну, там поле очень большое, там можно побегать, поиграть, газон подстричь. Можно заняться, помогать бабушке, дедушке, родителям, сестрам, выгуливать собаку. Я бы с друзьями просто погулял.